выступления. Обе эти группировки любили. Да то ж, для немецкой штуки
Я впервые вас тогда увидел. Вы несли в лесанку дров, каких-то досок, кажется, от снарядных ящиков. Мне хотелось запомнить ваше лицо или даже познакомиться. Я бросился за вами, а вы так ловко нырнули в развалины. Здесь кругом развалины. А вы знаете, какие чудесные дома тут раньше были? Отсюда наискосок, на углу Кутузовской, стоял дом, похожий на сказочный терем. Такая стилизация древнерусского зодчества. Очень удачно. Я ведь здешний. Месяц как выписался из госпиталя в Сибири. Комиссовали. Осколки зенитного снаряда в легком. Я штурман бомбардировочной дальнего действия. Узнал, что родной город освободили, вот и прочертил сюда маршрут. Меня зовут Федор, Федор Григорьевич Абрамов. Архитектор по гражданской профессии. Перед самой войной защитил диплом, ничего еще не успел построить, только разрушал. Хорошо. Что вам от меня нужно? Да я просто... Да я рад, что встретил вас. Все эти две недели, каждый день ходил по вашей улице в надежде встретить вас. А сегодня пришел по делу и вот, повезло. Вам наоборот, не повезло. Да ну, что вы говорите, ну мне же лучше знать. Постойте, как вас зовут? Меня зовут Нила. Сокращенно от нее Нила. Фамилия Смешко. Нила Смешко. Мне приятно произносить ваше имя. Нила Смешко. Я обязана была вам представиться. Вы лицо официальное, а я дворник. Страшно, нет? Все тут. Вот так бы смотреть и смотреть на вас. И слушать вас. Только мне почему-то тревожно, будто вы вот-вот опять нырнете в развалины, и я уже не найду вас никогда. А вы вот здесь живете, да? Хорошо было бы сохранить эти надписи на стенах. Навечно. Только тогда и жить следовало бы как-то, ну, необыкновенно, что ли. Идите же. Прошу вас, Федор. Ладно, 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 я пойду. Но мы сегодня еще обязательно увидимся. Лучше бы, если бы вы ушли совсем. После двухнедельных поисков. Вот так взять сразу и уйти. Нет. Я должен осмотреть ваш дом, его будут восстанавливать. Девочка, разворачивается в новой обстановке. А вы напрасно явились, Круглик. Кто знает, право Нила. Какой момент сулит нам удачу. Вчера, знаете, так же зашел к одному благополучному гражданину. Показал одну только фотографию. О, 9/12. Да. Хотите знать, что было на том снимке? Мелкий изменник Родины в черные дни фашистской оккупации. Более чем достоверные эти детали. Так что вы думаете, гражданин не сказал ни слова, а молча выложил 3000 и купил у меня негатив. Чистая биография. Чистая биография, она стоит дороже 3000 правок. А мне уж нечего бояться. Обо мне все так хорошо известно. Мальчишки вон швыряют в меня камень. Ну, вот если бы они увидели вот эти выдающиеся снимочки. Ой.
как вы добывали эти фотографии. Изобретательность! Изобретательность, милая фрау! Это твой горячий советский патриотизм. Я всегда верил, что мы победим. Готовился к этому. А не готовитесь ли вы теперь наоборот? Говорят, что дела на здешнем участке фронта не так уж хороши. Не зевайте. Гражданка Снежко, я прошу без оскорбительных намеков. Выберите фотографии. Да расклейте их, огонь! Так, может, вы думаете, что немцы вернутся, уже не уйдут? А? Продавайте ваши фотографии, но не суйтесь в эти дела. Пардон. Уберите негативы за 2000, а? Да у меня нет таких денег. Неужели ничего не припрятали ценного? На черный день там колечко с камушком, кулончик какой, а? А где у меня гарантии, что вы продадите мне все негативы? Да, Нила, моя фирма, честное предприятие. 2000 можете жить спокойно. Ну, подумайте, подумайте. А я к вам еще попозже зайду. Не затрудняйтесь, Круглев. Какие бывали у меня незаводчивые клиенты. Значит, все заканчивалось тем, что они сами умоляли меня и набивали цену. А вы думаете, мне интересно с вами ссориться? Нет, я выше этого. Я и моя философия. Ваша что? Ваша философия? А вот скажите, вы много знаете людей, которые делали бы только то, что им самим хочется делать, а? Ну, к примеру, человеку говорят, пойдем погуляем, он идет. Хотя ему вовсе не хочется идти. Или говорят, ему выполни то-то и то-то, он выполняет. Хотя ему в это время хочется, к примеру, спать. Наконец, кажется, от него ничего не требует. А он сам себя заставляет. Вот это! Это вдохновенная инерция, так живут все. А я, фрау Нила, делаю только то, что мне самому хочется. А если мне не хочется, то я этого не делаю. Уходите, даже если вам не хочется. Минуточку. Я, знаете, все-таки оставлю вам эти замечательные снимочки. А вы взгляните, взгляните, вы подумайте. Я напоминаю, негативы будут стоить 2000. Мне придется проводить вас. Так, без рук, без рук, без рук. Подвой, Смакалов, давай быстро шуруй. То, что тебе говорил, вчера одного шпиона поймали. Ради предавателя приемник привезли. Тоже мне! Шерлок Холмс! Чего эта овчарка сидит в горы? Чего? Соображать надо! Шпионки не такие! Какие не такие? Таким ганом ты мог бы ее убить, если бы в голову попал! Так ей надо! Священная месть! Ух ты! Смотри-ка! Это ее гармошка! Играет хорошо так. А давай спорим. Шарах по мехам. Стой! Зачем? Разве вещь виновата? Ей быть мастер делал. Старался, а ты? Гармошка ж немецкая, буржуйская. Буржуи гармошки не делают. Мастера делают. Эх, жалко. Дай пионерское, что больше не будешь камнем в нее кидать. Тогда дружить с тобой буду. Даю, честное пионерское, не буду камнями бить немецкую овчарку Нилку Снежко. Гранату в нее брошу. Ты что, скотин? Сорваться! А запал у меня даже в другом кармане. Практически пришли. Смерть, пионерское, разумно!
Это же надо как-то упорядочить. Что? А, да, я с вами согласна. Аркадий, обрати внимание, а? Пусть, милая, где бегают твои ножки. Ну, честно говоря, не слишком идейно. Это кажется неплохо. Знаешь, сестра? Кто? Мне кажется, в тебе появилась какая-то легкость. О, ходила много. А мне приготовили комнату на третьем этаже. Да. Вы пройдете? И вы дворник? Жду повышения. Ну, пойдемте. Иди, иди, я найду твою комнату. Аркадий, рисоматриска, абсолютно безыдейные ножки. Маша! Идите, ведите же нас. Да. А здесь еще что-то написано? Добрый день. Здравствуйте. Мама. Витя. Где ты могла слышать это имя, а?
Значит, амурчики не в ее вкусе, да? А чем она занимается? Ну, она работает? Дворником. Да, в этом доме. Так я ее уже видела. Как? Где? Она повела твоего высоконравственного дядюшку и моего брата в отведенные ему апартаменты. Она тебе понравилась? Ну скажи, маму, понравилась она тебе? Подожди, ну скажи, понравилась ли мне? Вот. Что? Ну какой же ты еще? Какой? А тебе 27 лет. Вот. А брат разрешен с 18 лет. Летчики никогда не бывают мудрецами. Гораздо мудрее артиллериста, впрочем. Когда тебе было приобретать житейскую мудрость? Где институт и сразу? Да ты скажи, понравилась она тебе или нет? Ну правда-то какая-то необыкновенная! Конечно, конечно, конечно! Вот такой же был твой отец, что весь порывен. И сколько пережил ошибок. А, и как рассчитался, полюбил тебя? Да. Охранца, мама, ты прекрасно же помнишь, что недаром о нем так тепло вспоминают его друзья-полярники, а? Мам, вот он. Это Нил. А мы еще немножко знакомимся. Вас ждут там наверху. Скажите, Нила, а вы жили здесь, в городе, во время оккупации? Да. Я приехала сюда, из Харькова. Я вспомнила! Что ты вспомнила, мам? Да так, так. Кое-что. В наш партизанский лазарет, там, за линии фронта, попадали те, кто хорошо знал обстановку в городе. В немецком штабе. В общем, Фёдор, ты поднимись со мной туда наверх, как один дальше. Да, да. Пойдем вместе. Сейчас, мам. Сейчас. Хорошо. Я не помню.
Я выросла в детском доме. Мать мне заменила немка. Марта Шредер. Эмигрант. Она работала в детском доме до воспитательницы. Простите. Я поднимусь наверх к матери, а потом... Ведь ваша комната пока еще проходная, к счастью. Вам трудно будет отказать мне еще в одном визите. Thank you.
И мальчишки, и эти женщины, овчарки. А как же теперь ремонт? Ты же архитектор Меликин. Вот это не она. Это тоже не она. Ну, с генералами на автомобиле это тоже не она. Вы знаете, ну, одно сходство лицо. Товарищ архитектор Меликин, а наш дом надо поставить в первую очередь на ремонт. И вы знаете... Когда кончится война, и мы соберемся все вместе, я расскажу тебе.
Но это невозможно. Я командир. А с кого же будут брать пример солдаты, если их командир в бою начнут думать не о том, как бы выиграть бой, а как бы спасти свою шкуру? Ты, мама, понимаешь, я не могу этого делать. Хотя, конечно, очень хотел бы пройти всю войну и остаться живым, чтобы снова вернуться в родной город и встретиться со всеми вами. Целую, Саша. Видал, как наши юнкерсов гоняли? Отбой! Эх, ястребочки! Тихо как стало! То-то! Что то-то? Что тихо и то хвастаешься? Эх, патрончик мой, война, какая моя война! Чего я с тобой только вожусь, учитель очкастый? Эй, товарищ, вы куда? К себе, наверх. А верха-то и нет. То есть как это нет? Лейтенант сгорел! Еще днем! Прямое попадание из-за Чикаго! Зажигалки всегда прямые! Сынок, прошу вас идите жить! Марагонка! Чего? Ваня, извините! Не боимся врагов! Мы солдаты нужны! Здрасте! Понятно, все жители теперь сюда! Не, моя домишка тоже возбомбила, хорошо, что меня дома не было! Здрасте, Аркадий Игнатьевич! Ваша вещь тоже удалось спасти, спустили вниз! Кто ж постарался? Как кто? Немецкая овчарка? Он прямо с полумяка выхватывал? Вы теперь будете с нами жить? Не, я понимаю, но недолго, потому что эвакуируют тех, кто только приехал. А вы что ж, не собираетесь? Нет, остаемся в тылу треклятого врага. Кстати, вы можете на меня положиться. Не черная оккупация вела честно в жизнь. Позвольте. Это вещи ваши? Я поставила, значит, мои. А вы холостяком проживаете, понимаете, одиночество суши? В условиях нашей жизни человек не может чувствовать себя одиноким, тем более, если он поглощен работой. Я пойду взгляну, как выглядит сгоревший этаж. Слушай, а он этаж! Подвиги, ты вот того парня спроси.
окопов увиливать. А тут день, ночь, и три сына на фронте. Если у тебя все, я займусь своими делами. Подожди! Завтра у моего Мики свободный вечер. Никаких интендантских забот. Мы зайдем к тебе, ладно? Извини, мне приходить. Ты понравилась Мики. Ну тогда какой же тебе смысл приходить ко мне с ним? Ну я не думаю, что Мика. Ну, впрочем, я не набиваюсь, просто он просил. Ну посидим вечерок, а вот видишь. Он даже простит. Я думаю, лучше обойтись без этого вечера. Ну, как знаешь. Вполне. Блес. О! А это к тебе? Интересный. Сейчас же познакомь меня с ним. Иди, иди в другой раз. Ты, кажется, смутилась. Оскорбил вас, это было грубо недостойно. Вы простите меня. Вы пришли только за этим? Нет, я хочу сказать вам, что... Я готов забыть ваше прошлое, Нил. Значит, если бы оно было таким, все-таки сумели бы его забыть? Да, Мила, да. Мила, мы восстанавливаем города. Надо восстанавливать и души. Война покалечена, не меньше. У вас еще все впереди. Я люблю вас. Люблю, понимаете? Я не хочу вас потерять. Я все обдумал. Мы уедем в другой город. В Тамбов. Совершенно уверен. В чем вы уверены?
Мам! Мам, я понял! Федор! Возьми себя в руки! Извините, мне некогда после налета много уборки. Мила! Федор! Мама, я предложил ей уехать. Подожди, слышала бы ты, как она меня отчитала. Раньше в защиту Милы я не мог привести ничего, кроме того, что у нее честные глаза. А теперь я знаю. Она благородная, она гордая, понимаешь? Подоскушка! Корчила тут из себя законодательницу советской морали. Обыкновенная игра. Я все слышал. Аркадий! А? Я был наверху. А когда спускался по лестнице, задержался. Вы могли бы спуститься и не задерживаться, Аркадий Игнатьевич. А мне было интересно. А это не очень порядочно, когда. Федор, ты должен порвать с этой стеной! Девушка. Дядя, с меня довольна того, что я подчинен вам по службе. В остальном, мне хотелось бы сохранить некоторую самостоятельность. Я отвечаю не только за свой участок в строительных работах, но и за каждого человека. А ты унизился для того, чтобы позволил себе всякую лирику сотрясать. Аркадий! Федор полюбил эту девушку. Еще не знает, кто она. Ну теперь-то он знает, кто она. Почему не отвернулся от нее? Знаешь, Федор, я и так себя чувствую не слишком удобно. Держу при себе на работе племянника. Меня не станут обвинять в семейственности, пока мой племянник ведет себя хорошо. Но как только ты споткнешься на этой связи обязательно. В общем, выбирай. Либо работа, либо это... безрассудство. До свидания. Вот оно. Нынешняя молодежь. Живут без цели, любят без разбора. Я даже чувствую тенденцию. Как хорошо, что ты хозяйственник, а не политработник. И как нам нужны люди с умным сердцем. Я не хозяйственник! Я всю жизнь строил, созидал. Я знаю, как ты строил. Уже мстишь мне за своего сына? Попомни мои слова. Это безрассудство его погубит. Thank you.
извините. Она поет и на немецком языке. Чистейшее произношение. Ярко выраженный интеллект. Я бы сказал, что она не совсем безнадежна. Извините, мне пора. Пойду к Кранину. Там. Сейчас же увидишь, что оно так и есть на самом деле, и что ты-то и есть.
Лиса вся виновата. Род людской пророков своих и избивают их. Но любят люди мучеников своих и чтят тех, коих замучили. Немцы оставили здесь, на прифронтовой территории, очень активную агентурную сеть. Не можем мы терпеть у себя под носом эту банду. А вот с какого конца к ним подступиться? Одна зацепка есть. Капитан интендантской службы Михаил Ставинский. Это имя тебе известно? Это Мика, друг моей приятельницы Лизочки. Он почему-то хочет встретиться со мной. Этот Микка, немецкий разведчик, Фридрих Брэд. Бедная Лизочка. Почему же он нацеливается на меня? Брэд получил особо важное задание. Выяснить обстоятельства гибели генерала Отто фон Раннерта. Да-да, Раннерт был слишком крупной фигурой, чтобы немцы так просто примирились с его смертью. Мало того, с фактом его убийства они связывают свои неудачи на здешнем участке фронта. Ну, а ты была, так сказать, свидетельницей этого факта. Может, немецкой разведке стало известно, что я была не только свидетельницей? Нет. Именно потому, что они тебя совершенно не подозревают, Брэнк и нацеливается на тебя. Брэнк знает явки своей агентуры, и мы это используем. Мы пойдем за ним, и пока он будет кружить, не подозревая, что запутался, выявим всю агентурную сеть. Ясно. С чего начинать? Встретиться с этим Микки. Это все? Пожалуй, да. Давай условимся. Тогда тебе можно будет показаться в своем, истинном лице, легализоваться, так сказать. Но пока только для самых близких людей. Нет, пожалуй, лишь одного. Тогда я сразу дам знать записку. А если не записка? Если б можно было...
испытаний. Поклонись отчизне, по-русски в ноги, и скажи ей, мать, ты жизнь моя, ты мне дороже жизни. С тобою жить, с тобой умирать, будь верен ей. И как бы не был ты линен и тяжек день военной маяты, коль пахарь ты, отдай ей все, как Минин, будь ей Суворовым, коль воин ты. Люби ее, клянись, как наши деды, горой стоять за жизнь ее и честь, чтобы сказать желанный час победы, и моего тут капля меда есть. Хорошо! Молодец! Она жила с немцами? Слушай, ну это же...
когда вернутся немцы, вы сорвете с меня хороший кушать за этот снимок. Друзья, знакомьтесь, мой личный фотограф, Силанти Круг. Силанти! Счастливая дочь наша. Правда, я пришел в последний раз. Слушайте, давайте, берите за 1000, а? Вы такие убийственные, такие компрометирующие негативы. Мелкая изменница, родина Белоснежков, черные неоккупации! Ой, ну... Спешите сбыть, пока немцы не вернулись. Вот, берите. Вот, а вот это я хочу. То есть вы так сказать, вымогатель? Вымогатель? Подождите, где вы взяли французский коньяк? Мика, меня выгонят из фронтового ансамбля? Мика, полюбите лучше меня. Какая надстя? Вот стервятина фашистская, а? Разевали ПВОшку. Я в подвал! Где у вас подвал? Лейтенанта Швайгера.
познались, этого просто не могло быть. Чем кажется прохожие? Мелькают впереди, а сердце словно льдинка стучит в ее груди. Дорогой миг, того адъютанта я знал. Немножко ближе, чем вас. Значит, вы с ним разговаривали. Ой, он упорно делал вид, что не узнает меня. Я послала его ко всем чертям. А знаете, у вас стыдливые глаза. Разве это плохо? Можно ли вам верить? Yeah!
Что ж вы не танцуете, Нила? У вас хорошо получается. Вам нравится? Мика, играйте! Хватит. Где же вы настоящие, когда вы читаете мне мораль? Или же когда вот так? Нет, мораль нам читает ваш дядя. А вот пускай-ка он станцует на столе, а? С такими номерами вы, конечно, пользовались популярностью у немцев. И у русских тоже. Вот у вас, например. Или же нет? Мораль взяла верх. Играйте, Мика! Я не разрешаю! Ох, теперь я вижу, что такое европейское воспитание. Нет, то, что ты видишь, это Азия. А вот что видела я? Я? Филомина, которые столетиями хранились в подвалах французских королей. Я ездила на автомобиле. Я курила, я... Мэвэнч! У них парахтовый! Вон! Все вон отсюда! Я буду пить одна! И танцевать одна! А ну вон с моей советской жилплощади! Тут теперь все моя! Расступитесь, расступитесь, я пройду! Всех полюбленных Кирилларя! Всех женатых! Нашей первой случайной встречи я прятала.
я полюбила вас теперь еще сильнее. Вот такого, какой вы сейчас, непримиримого, злого, решительного. Я горжусь вами, Федор. Вы нашли в себе силы отдернуть себя. И не так, как этого требовал ваш дядя из трусости или ханжества. Вы все пропустили через сердце. Но это же слова человека! Это же голос человека! Это глаза человека. И вы любите? Правда, любите меня? Только зло, только непримиримо. Тогда я должен вас просто убить. Нет, этого делать не следует. Да что мне тогда делать, Мила, что? Ждать. Чего ждать? Война, как сказал один правдивый немецкий писатель, сплошное ожидание. Ждешь, когда тебя убьют, ждешь родную кухню, ждешь письма от любимой женщины. Ждешь. Я разгадаю, слышишь? Я все равно разгадаю тебя! Марта! Рот. Фронт.
от солнца строго конкретно! Как скажешь? Базом! Ой, я тебя прошу, больше не надо. Да ну тогда выгнать ее надо! А я что говорю? Побольше! Нет, нет, она еще будет человеком, такая яркая индивидуальность. Ну что вы, ну... Догнать ее надо, бесполезно! Вред от визора. Еще справедливость проявлял, защищал ее. Видала? Да вон она дыру за белого взяла. Вот. Да, и главное, сама одна. Ну как ее поймешь, понимаешь? Нет, кирпич. Кирпич носил я. О! Клянься! Еще может! Нет, вы знаете, если с кем-то готов привести на воду, убрать сам... Товарищи! Товарищи! Наши войска взяли Белгород! В Москве сегодня сдают! А взяли еще возьмем. Всю землю свою. Освободим и другим поможем. А тебе? Что за радость? Радоваться мне запрещается. А? Может, у меня тоже кое-что советское осталось? Умолкни, ты! Ты с характером, полосатенький. Милые вы мои люди! Милые! Нет, ты слышала, милые! Это ж мы ей, да? Где ты? Новый Достоевский! А ты, молодой девчонки, кавалер! Тебе что, там архитектуру мало, что я понять не могу? Значит, как немцев от города отбросили, так мы милые стали, да? Я тебе ничего не забуду. Так и надо! Не забывай! А если я не забуду, то и не жить тебе в этом городе, слышишь? Не жить! Ну вот и я. Алёша. Вот и я. Алёша! Алёша! Алё! Честно, дождалась, нечего сказать. Глубокий тыл едет. Челябинск. Новые танки получать. Остановочка, слава богу, на целых 3 часа отпуск. Ой, как мало! Да ты что, глупенькая? 3 часа! За это время можно свадьбу сыграть, а? Все твои соседи? Да. Ну, здрасте, земляки! Здравствуйте! О, окопы копала, мать. Шершавенькая. А ты? Да. Огненная блондинка. Ну, у каждого свое занятие. Ну, вот. Да. О, маячок на суше. Здорово, ты красавчик, Сана. Да, да. А ты, папаш, что не умеешь? Хочешь, бритву подаю? Есть отличная, трофейная. Вы одолели меня свободный молодой человек. Это больше, чем бритва. Да, заслуженный дом. Ой, это не поверите. Стой, красавица. Гордая какая соседка, познакомиться со мной не хочешь. А ведь я тебя где-то встречал. Алёша. Погоди, Зоя, где же я тебя встречал? Во всяком случае, я вас вижу впервые. Да, овчарка она немецкая, понял? Овчарка? Алёшенька, ну вот, со всеми познакомился, а теперь пора. Послушай, у меня здесь, конечно, комната не то, что раньше. Да? Да, ты представляешь, еще ключ потеряла. Дверь снесли, ключ унесли. Все мы, людишки деловые, разойдемся кто куда. Вот все встали, разойдемся кто куда. Пойдемте, пойдемте. Я говорю, почему вы так сказали? Мне на рынок надо. Ой, я И между прочим,
показывает свой телек. Пойдем. Пойдем. Дело завершается вполне удачно. Осталось, видимо, немного. Встречаться с Брентом вам не следует. Мы со своей стороны примем меры. В случае крайней опасности можете его уничтожить. Митрофан. Получите ваш комсомольский билет. Мой комсомольский билет? Да, возьмите же. Интересно посмотреть. Мне передал его полковник Митрофанов. Петя! Бесстрашная ты моя! Если бы я мог взять на себя хоть частицу того, что ты переносишь,
помощи. Ты будешь как потайной проводок связывать меня с людьми. Господи, как же мне хочется по-простому, по-человечески говорить с ними. Петь, может, смеяться, может, плакать вместе с ними, моими советскими. Я могу смотреть тебе в твои глаза и просто верить. Когда это кончится, Федор? Никогда, Аркадий Игнатьевич. В таком случае я снимаю с себя всякую ответственность за твое общественное лицо. Почему я должен был сразу оттолкнуть ее? Она родилась и выросла среди нас, она... Так ты, значит, ты ее простил? А вы даже не попытались понять ее хоть немножко. А что в ней понял ты? Да, конечно, овчарка. А вы боитесь, как бы вас не обвинили в нехотелости, в беспринципности. Раз и голова с плеч, и в душу наотмашь. Я щадил тебя, но раз так... На! Смотри, какие фотографии я получил сегодня. И это все она. Посмотри, в каком виде и с кем. Я надеюсь, ты не пожалеешь 1000 рублей. Дорогой Аркадий Игнатьевич, я боюсь, что эти снимки вы приобрели скорее для себя, чем для меня. Ты... Я сейчас же иду к твоей матери! Я иду к Маше! Может быть, она тебя вразумит! Да, кстати, Митрофан разрешил тебе переехать. Куда? Если не возражаешь, то ко мне. Милый мой! Так, Митрофанов, он велел тебе подарить. Он пришлет машину к 4 часам на угол Кутузовска. Давай, пока собирай, забирай свою туда. Подожди, может, мы сходим за машиной вместе? Лучше будет, если ты за это время соберешься. Мы скорее выберемся отсюда. Мы будем жить у самого парка. Чудом уцелел наш дом, не весь правда, это такой большой скворечник из стекла и бетона в стиле Корбюзье. У нас комната, люкс, версальский шик, даже паркет сохранился. Мама и день и ночь в госпитале. Мика, вам гораздо лучше улыбаться.
руки фройлен я труп. Да, агенты полковника Митрофанова мне сейчас не так страшны, как мои же соотечественники. Я не знаю, от кого из них я получу пулю в лоб, но я знаю лишь одно, что кому-то приказано привести в исполнение приговор над глупым, несчастным Брэнком. Это невероятно. Вам надо к врачу, я вас боюсь. А у вас есть все основания бояться меня всерьез. Именно с вас начал самый ужасный непоправимый провал, если бы только мой. Я ведь провалил лучших ваших агентов. Я идиот. Я начал действительно уточнять, был ли адъютант генерала фон Радерта советским разведчиком. Но вот тут-то! Митрофанов хорошо расставил ловушки, начиная именно с вас. Ибо я сейчас закричу. Не поможет, фройлен! Вас очень ценят. Охраняют! Но имейте в виду, одного из ваших телохранителей я только что сунул водосточный колодец. Хотя бы из уважения к покойнику! Что вы хотите, господин покойник? Моя единственная цель... Эй! Видишь, Велиц, я не так сентиментален. Я уложу вас без всяких пышных слов. С ума сошла! Она сама целила в него! Отдайте оружие! Это зажигалка. Немецкая игрушка. Зажигалка. Вот, теперь ты видишь? Ты видишь, с кем связался твой сын? Сделала она для...